Согом Арсен, это чтобы не разменивали деньги. Согом 10 рублей закинул. Нажимаю на сдачу. Пока напиток не куплю, получается, сдачи не дает. Ну, любую сумму. Вот. Как это сделать? Нажимаем программе. Там доходим до программинг NDB. Вот до сюда доходим, заходим. Дальше. Вот здесь. Если ноль бывает. Однерку делаем. И все. И получается, по купюру когда закидывают, пока человек, клиент не купит напиток, он сдачи не дает. Все, большое спасибо. До свидания.